вообще такая картина, как три богатыря, но они без коней, а вон сидит мой апельсинчик, смотрите. Что-то у меня телефон вообще тупит. Ой, зараза. О, убежал. Не успела показать. У нас, кстати, вышло солнышко. Только что было яркое-яркое. Вот опять где-то за облака ушло. Видите, три богатыря стоят возле моей лавочки. Да блин, у меня телефон вообще не фурычит. Я не могу ни уменьшить, ни увеличить. Ничего. Жесть. Времени уже 10 час. Телефон вообще тупит. Вот здесь солнце видно. Сейчас покажу вам, мои любимые. А знаешь ли, милый друг, на-на-на-на-на, любовь побеждает все на этой земле. Не знаю, что у меня с телефоном, мои любимые, но он у меня вообще не слушается. О, сейчас вроде начал. Прости, дорогой, что я на тебя наговариваю. Смотрите, какая красота. Вот такое у нас 14 февраля 2023 года. Снежок не растаял, хотя вчера все таяло. А сегодня 3 градуса. Я посмотрела, 3 градуса мороза. Такая сказка. Обалдеть. Красотища. А няшечки мои дрыхнут. Ну, я, правда, сейчас зашла, и Бусечка сразу глазки открыла. И этот потягушечки. Батуник. Батуник, привет. Привет, малыш. Привет. Мамочка его так ножкой обнимает. Это так умилительно вообще. Все, закрыла глазки. Дрыхнет. Я вся в музыке, просто улетела. Мне столько музыки понаприсылали. Спасибо, мои любимые, за ваши комментарии, за музыку, за ваш отклик. Очень-очень-очень люблю вас. Еще раз всех с Днем влюбленных. Поздравляем вместе с котиками. Мои солнышки. Мои лялечки. Вот так вот. Солнышко у нас. Сейчас поедем в город. Может, что-нибудь сниму. Только надо телефон зарядить пока.